до того, как Новакова отправил его на газон. Шумуродов, подбор, Дестра, хорошая передача, можно забивать. Прострел этот от Зайца был лишним, но Матье Дестра очередной гол подкараулил отскок, подкараулил бардак в обороне Кротона, и Дженоа достаточно легко открывает счет, вроде как даже и потеряв мяч во время атаки, но быстро его себе вернув Матье Дестра. Но давайте напомните нам, если вы не хотите, то я напомню, что Матье Дестра забивает 8-й свой гол в чемпионате Италии. Ну и вот реакция Стропы и Шумуродов. Не было ли там руки? Дестра делает передачу, Заяц делает неудачный прострел как раз на Шумуродова, и мяч отскакивает к Дестра, который аккуратненько его укладывает в дальний угол.